У 2023 годзе ў Гродзенскай вобласці зменшылася колькасць дзяцей і бацькі, якіх пазбаўлены правоў. Работнікі пракуратуры звязваюць гэта з арганізаванай ў рэгіёне сістэмай па абароне правоў непаўналетніх, што апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы з прычыны неналежнага выканання мамамі і татамі сваіх бацькоўскіх абавязкаў. Аднак рэгулярныя праверкі выканання заканадаўства аб прафілактыцы сямейнага недабрабыту, якія праводзяць органы пракуратуры, выкрываюць на месцах факты недапрацовак у дадзеным напрямку. Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что полномоченные субъекты не всегда принимали меры к всесторонней оценке положения детей в семьях. Так, в ряде районов выявлены недостатки и нарушения законодательства, связанные с принятием необоснованных решений об отсутствии критериев и показателей социально опасного положения детей. Государственными органами, иными организациями, уполномоченными на защиту прав детей, надлежащие меры к объективной и всесторонней оценке положения детей в семьях не принимались. В результате констатированы многочисленные факты запоздалого реагирования на факторы, оказывающие негативное влияние на безопасность жизнедеятельности детей. У абласной прокуратуры адзначаюць факты нерэагавання суб'ектамі прафілактыкі на сямейны недабрабыт, выкрыты нават там, дзе прычыны негатыўнага ўплыву на бяспеку дзяцей былі навідавоку. Вынік несвоечасова прынятых мер адабрання непаўналетніх з сям'і. Основными причинами семейного неблагополучия стали пьянство родителей, ведение ими аморального образа жизни, противоправное поведение, жестокое обращение с детьми, необеспечение их основных жизненных потребностей. Особую обеспокоенность вызывают факты экстренного отобрания детей у родителей. В ряде случаев причинами принятия таких решений стали недостатки в деятельности государственных органов и организаций, которые не приняли своевременно адекватных сложившейся ситуации мер к защите прав и законных интересов детей. Ситуация с обеспечением прав несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, а также вопросы надлежащей профилактической работы по их защите и недопущению противоправных действий в отношении детей остаются на контроле.